В этом видео я постараюсь завести нюхача прямо в Энд. Получится ли у меня его поймать и завести в Энд и увидеть в этом ролике? И самое интересное, что я буду играть на хардкоре. Кстати, ребята, YouTube платит деньги за то, что вы досматриваете полностью видео. Это сделал мой друг, поэтому досмотри полностью видео и поставь лайк, чтобы уж наверняка. Ну а мы начинаем. Всем привет, ребята. С вами я, Ханзи. Мне нужно найти нюхача и завести его в Энд. Поэтому я, в принципе, тут археологическая штучка, ищу нюхача. Пришлось выпить зелье ночного зрения. И я нашел руины. Офигеть. Сейчас мы посмотрим, что здесь будет. Офигеть. Здесь у нас подозрительный гравий. Давайте же посмотрим. Но тут будет изумруд. А я думал, яйцо нюхача. Почему так не везет? Кстати, ребята, помните, что если вы досмотрите видео до конца, то YouTube вам заплатит деньги. Всплываем быстро. Всплываем быстро. А чё дождь идет? Ребята, надеюсь, вы поставили лайк и подписались, потому что сейчас я найду подозрительный гравий. Почему-то пока что я подозрительного гравия не нахожу и не понимаю вообще, где он. Поэтому подпишитесь, поставьте лайк, и тогда он найдется. Я, конечно, ни на что не намекаю, но... Короче, ребята, я не могу найти этот долбанный подозрительный гравий. Я даже и не знаю, где он. Наверное, в этом руине ее тут не будет. Поэтому я думаю, что отправлюсь в другую руину. Нет, посмотри, я уже тут вздыхаю. Все-таки какая хорошая погода. Дождь льет и свет видно. Вот садимся в лодку и плывем искать новые руины. Как же все-таки симпатичная стая дельфинов. Просто хочется на них сесть и поплыть на них. Но я вижу новую руину, поэтому нам нужно туда. О, там мы сможем зато подышать, потому что там есть маговый блок. Мы на него встаем, приседаем, так сказать, в эту пузырик такой красивенький. И нормально мы можем дышать. И сундуки, я думаю, надо посмотреть, что сейчас есть в сундуке. Кстати, смысла нету раскапывать вот эту штуку, потому что там просто выпадет осколок. И я думаю, зачем реально это раскапывать? Бродил и не находил никаких я ваших тайных подозрительных гравий. 2 минуты ночного зрения, в принципе, нормально. Я реально все обшарил, и нету ни одного подозрительного гравия. То есть в этой руине, получается, был всего лишь один подозрительный гравий. Мне кажется, это как-то мало. Да, но я как-то все обшарил, и ничего не находил. Это серьезно. О, смотрите, аметистовая желуда. Когда-то давным-давно сюда упал этот метеорит, и с тех пор он в океане. Мои дорогие копатычи, я вас просто поздравляю, потому что я нашел, что правильно, грибной биом. И я думаю, что все-таки сниму с ним видео. Я построю деревню, жители, в которых живут смурфики. Мне прикольно. Короче, думаю, что мне здесь надо найти портал в Энд, где-то здесь рядом поблизости, и туда заселить нюхача. Сейчас я буду, в принципе, искать этого нюхача, потому что... Прикольный остров. Грибной остров — это редкость. Стоп, я нашел яйцо нюхача? Да! Теперь можем искать Энд и идти с нашим яйцом. Короче, я взял мох и думаю, то, что мне нужно его сюда поставить, и поставить его нюхача. Хотя, стоп, логически, с сначала затащить его в Энд, а потом уже, в принципе, его сажать туда. Итак, ребята, сначала нам нужно почистить. Да, блин, дракон. Мне кажется, нужно его скоро убить. Сначала нам нужно добыть эндерит, чтобы потом скрафтить прикольный забор из эндерита и сделать ограждение моему нюхачу. Поэтому добываем эндерит. Итак, мои дорогие копатычи, мои любимые копатычи, я копаю, потому что я копатыч тоже. Да, блин, дракон. Нужно реально его ликвидировать, походу. Ребята, я очень счастлив, потому что я могу сделать, наконец-таки, наш эндерит. То есть эндеритовый блок. Или как это назовут, напишите в комменты. Ребята, я скрафтил эндеритовый забор. И теперь я могу строить нормальную базу для моего нюхача. Сначала мы ложим сюда мох, чтобы потом поставить мое яичко нюхача, чтобы он, в принципе, обогревался. Ну и нормально рос. И если поставить мох, то он будет расти примерно в 5 раз быстрее. Ребята, в принципе, этот забор должен получиться нормальным, чтобы нюхачу было где жить. Потому что когда он будет маленький, когда он будет большой, ему нужно место. Сейчас я обстраиваю аккуратно. Опять дракон, ну елки-палки, ну отсюда суеди какую-то. Знаете, что мы делаем? Мы очищаем, вернее, мы не очищаем, какой очищаем? Мы расставляем факеры вокруг вот этого забора, чтобы нюхачу было где видеть, где спать и где жить. Кстати, насчет декорации, я думаю, что этим займусь я в других частях. А, кстати, пишите в комменты, делать мне 1000 дней Minecraft Hardcore, соединять мне все мои части. И вот такой получился прикольный собор для моего нюхача. Вернее, не собор, а забор. Ну и давайте что-нибудь скрафтим в моем верстаке. Я думаю, что мне нужно скрафтить много палок, чтобы сделать заборчик для входа. Отсюда мы убираем вот этот блок, и вместо него, знаете, что мы заменяем? Заменяем вот такую штучку. И теперь здесь можно входить и выходить. Кстати, я думаю, перенести яйцо нюхача, но зачем его переносить? Это плюс, наверное, оно сломается. Напишите в комменты, будет ли оно ломаться, если я его вот уберу. Кстати, не зря по пути в прошлой части добывал вот
это сакуровое дерево, потому что сейчас я могу его посадить возле нюхача, и оно будет нормально расти. Интересно, а если я его посажу именно на мох, то оно будет реально расти? Давайте посмотрим. Дракон, да елки-палки. Так, нам нужно, в принципе, костная мука или костная мука, как пишите в комментариях. Давайте же это сакуровое дерево попробуем оживить. Давайте несколько раз. Раз, два, три. Да, найс, Венди. Да-да. С кем не бывает, в принципе. Посадил дерево Венди, оно выросло, и сразу же через одну миллисекунду его снес дракон. С кем не бывает. Ладно, ребята, я решил снести все кристаллы, и сейчас попытаюсь убить дракона. Да, как вы видите, у него уже почти сломанное здоровье. Мне осталось его просто лишь добить до нескольких ударов. Раз, два, давай-давай. И о, самый интересный момент. Мне сегодня не везет, кстати. О, давай-давай-давай, найс. И, о, я убил дракона. Да. Я это сделал, я это сделал. Найс. Но тем временем я поставил таймлапс камеру яйцо нюхача. И это было реально очень круто, потому что это все записывалось в реальном времени, в принципе. О, вылупился нюхач, ура, я так рад. Ну, в принципе, теперь я смогу сделать для него красивый домик и снести этот мох. Ну, нюхач, давай начинать обстраивать твой домик мхом. А зачем я снес мох, хотя он рос, в принципе, наверху. Давайте же возьмем костную муку и немножко его удобрим. Стоп, а я думал, он распространяется. Вроде Тумка говорил, что что-то на нем растет, хотя на нем просто вырос какой-то мох или ковер, что... Вместо вот этого эндрита давайте постелим просто обычную траву. Это тоже давайте заменим просто все, ну не прям все, просто небольшую часть, чтобы это типа вот так как дизайн был. А с вами был я, Ханди, я завел реально яйцо нюхача, я привел в этот энд. Поэтому, если хотите подобного контента, всегда ставьте лайк и пишите. Координаты я запишу, если что, потом сюда вернусь и посмотрю на уже взрослый. Persistence and obsession, that's how you keep progressing. I already learned that lesson, yeah.